Всем привет, это СБ 1813 или просто Саймон. Ну что? Slow to Prevail, Викинг. Дождались мы не только трека, а целого клипа еще. Так что сейчас будем смотреть и слушать. И, короче, такая тема. Я сегодня после работы пришел домой такой, ну так, Slow to Prevail, Викинг, ша первым делом сяду его писать. И помимо него еще пооткрывал много там разных реакций, которыми надо было записать. И я такой, блин, разогреюсь я пока не на привале, а все-таки на чем-то другом. И в итоге я записал 10 реакций, а это оставил на самое сладкое, это, скажем, вишенка на торте. Так что, да, вот такая вот сегодня последняя реакция. Хотя по факту она сейчас у вас выходит как первая, а уже только потом будут выходить все те, которые я записал до этого. Так что вот все наоборот. Ну ладно, это, короче, чисто моя штука. Короче, Slow to Prevail, Викинг. Сначала скажу странную хрень, которую я у себя в Телеграме высказывал, что я что-то не понял, куда вы все несетесь-то вот за хайпом так жестко, потому что Ярушин, еще какой-то чувак, я видел еще несколько реакторов, прям бежали, ломя ноги, что типа я должен первый записать реакцию на Slow to Prevail. Никуда они не денутся, мне кажется, ближайшие там. Если это реально крутой трек, я его, естественно, не слушал еще и не видел, но если это реально крутой бенгер, скажем, то никуда он не денется на ближайшие 2 недели точно. Поэтому я вот это не понял, вот этого хайпа, что типа надо прям бросать все дела, бежать писать вот на этой все реакции. Не знаю, я вот сейчас спокойно как бы сделал это, выложил тогда, когда выложил. Надеюсь, кстати, это выложится на YouTube, потому что, скорее всего, Slow to Prevail тоже там по правам что-то непонятное. Но если не на YouTube это не будет, значит, будете смотреть там где знаете, да, в ТГ, ВК и ТГ. Вот. Короче, вот эту штуку я не совсем понял, но да ладно, короче, каждый делает, как делает. Я это делаю чисто вот именно уже на балдежничах. Сейчас будем реально смотреть, балдеть, обсуждать и так далее. Короче, Slow to Prevail, я мега рад за парней. Я вот реально от всего сердца мега рад за парней, что чуваки реально добились и добиваются очень огромных высот. Что казалось бы, что еще тогда, когда у них вышла первая EP-шка, да, вот этот «Есть сатана» и все дела, все кекали над этим, хотя тот трек тоже достаточно крутой был. Вот все кекали, что типа, ну вот, в принципе, очередные дыркорщики, Саша Шоколаев на вокале, но как бы и вот это потолок их. А в итоге ни хрена, чуваки сейчас ездят по США и, ну, типа, собирают солдаты, играют с Falling in Reverse, там, и с крутыми именитыми бандами. Ну, и, как по мне, это охренеть как круто. Плюс еще я недавно видел очень интересный ролик, как там Шоколай остановил свой концерт, чтобы там не задавили кого-то, то ли что-то такое. Это прям очень прикольно тоже было, вот такие моментики, прям такие человечные. Так что, не знаю, я вот смотрю на эту группу и прям горжусь, прям реально горжусь этой группой, то, что вот они выбились в люди, и то, что у них все получается, и при этом они делают это не потому, что у них так случайно получилось, а потому что у них еще и крутое музло. Не крутое музло, у них крутая внешка, у них охренительные клипы. Короче, это идеальная кор-группа в каком-то плане, и прям мне очень тепло на душе, что они из России еще, то есть как бы наши кореша. Вот, за это, кстати, многие сейчас говнят, вот, опять же, со всей вот этой ситуацией в мире и так далее, вот, что вот, мы там, в США, а чего вы не у нас не ездите? Хотя они вроде как объяснили уже, что потому что, ну, какой, во-первых, смысл сейчас приезжать в Россию, да, сейчас далеко не самое лучшее время, чтобы вот просто взять и приехать в Россию, вот так вот. Тем более, когда у них сейчас идет вот такой вот хайп вот именно на Западе. Поэтому пусть они там до конца уже его добьют, а когда освободятся, там, может, как бы и времена получше станут. Ну, опять же, посмотрим. Плюс Шоколай вроде говорил, что он как бы собирается все-таки привезти Slow to Prevail в Россию и именно дать тут тур. Так что как бы ждем, обязательно на них схожу, если приедут. Ну а если нет, то как бы ничего страшного. Я в любом случае как бы так эмоционально всегда с ними, потому что, ну, реально очень рад за чуваков. Вот, но все ждали Викинг. Вот, кто не ждал, ну, скорее всего, вы или не следите за Slow to Prevail, хотя сложно было не следить за этим всем. Потому что эту песню уже все, кому не лень, снимали на телефоны, выкладывали на ютубчик, и они эту песню уже довольно долго катают, там месяц или два. Вот, и я даже частично ее слышал, но, естественно, в хреновом качестве, поэтому это не считается. Так что давайте сейчас заценим, наконец, этот долгожданный релиз от Slow to Prevail вместе с клипом. Посмотрим клип, там вроде как раз туровой клип будет, как раз посмотрим, как они катаются и все вот это делают. Вот, и, ну, но в первую очередь, конечно, трек интересен. Так что, короче, поехали, го! Ну, давайте, разваливайте, чё. Headline USA Tour.
Ручка, язык меча. Что ж, так прольется кровь. Так прольется кровь. Прикольный эффект, кстати, у него на вокале. Железом, чтобы ковалять, чтобы ковалять. Понимаешь только язык меча, что ж. Ну, слово тут привейл, пошел. Нормально, прям вообще хорошо. Саша. Блин, прям уф. Ну вот это мощное начало прям было хорошо, хорошо. Как же Миша крутит башкой, это просто жесть, как она у него не отваливается. Блин, ну кстати, а кто там говорил, что это не отличается от их альбома? Тут мега много крутых фишечек, вот эти всякие пичи, и вообще звук в принципе отличается. Блин, охренительный трек, прям очень круто. Мне еще очень нравится, что у них этот гитарист, как его там зовут-то? Который, по-моему, тоже как раз из Америки, вот он к ним присоединился и наконец-то с ними турит. То есть полноценный состав теперь наконец-то у них. И вот они прям раскрылись. Да ладно, это Франзак был. Вот, и раскрылись это они как раз, как по мне, в Америке. Вот именно как группа вот такого уровня. Блин, офигительно, офигительно. Еще видос такой типа душевный достаточно. Ох, как же там все хрена. Ну, он, кстати, по вокалу прокачался, то есть у него какие-то прям новые фишечки появились. Прям красиво, красиво. Блин, трек очень хорош. Не-не-не, короче, кто там писал, что они фигня, опять же, какие-то минус ушавые вы, походу. Это же прям, ну, нормально, нормально. Прям очень хорошо. Ну, типа, понятно, что с предыдущего альбома остались вайбы, но это прям что-то новое. Нормально наваливает. Не, короче, у Soldier to Prevail все отлично. Все еще отлично. Прям, я бы даже сказал, все супер у них. Прям на высоте они прям. Ох. Блин, там в моше. Так, ну что, вот мы смотрели клип, послушали трек Викинга, слово to Prevail, и я хотел закончить фразу, но клип закончился. Как у них в моше, там люди не... Ну, как его не выживает вообще там, потому что вот этот последние два брейкдауна, это прям такая мощь была. Короче, просто топейшие, не знаю, это, ну, супер-супер. Вот 1984, там к нему много вопросов было в том плане, что он странно звучал, на самом деле, прикольный трек, но он странно звучал. Но вот это прям пушка, это бэнгер, как говорит, да, наш любимый. Вот, и, ну, как бы, это прям, да, этого стоило ждать.
И мы дождались. Поздравляю всех, кому, ну, кто ждал, кому понравилось, потому что мне прям очень понравилось. Это прям охренительно было, прям супер-супер. Мне очень понравился звук, понравились новые фишечки, все эти питчи, потяжечки, все эти штучки. Новые штуки в ударках мне понравились тоже. И вот этот... Вот это бурление, которое у него в экстриме началось, где в самом начале трека, такого раньше он не практиковал, на самом деле, в Soul Road to Prevail. Это прям хорошо-хорошо. Ну и такой прям мощный, как обычно, трек Soul Road to Prevail, так что ждем от них полноценного релиза. Вот, а так супер-супер, прям офигительно. И клип, конечно, клип офигительный, то, что они ездят там, и то, что собирают дохренища народа. Блин, так, конечно, смешно. Я сейчас просто надеюсь, что ко мне всякие хейтерочки не придут. Вот, но так мне, конечно, забавно было смотреть уже, когда они только писали, что вот Soul Road to Prevail ехали в Америку. Причем самая смешная штука, что Шоколай давно говорил, что он хочет уехать в Америку. Не из-за того, что там, да, все началось, а просто он говорит, ну, типа, я, да, давно хочу уехать в Америку, потому что это моя мечта, и вот с крутыми именитыми группами там есть такое, его мечта сбывается, и все такие, вот ты это сделал, потому что там одно, второе, третье, да нет, он бы в любом случае это сделал, мне кажется. Тут как бы независимо от того, что в мире происходит или не происходит. Вот, так что это вот такой первый моментик. А во-вторых, когда писали, вот, типа, уехали в Америку, вот, да вы там никого не... Кому вы там нужны? И просто, знаете, вот первый тур, и вот эти вот солдауты бесконечные. И я такой, ха, да, никому не нужны они там. Вот это было очень забавно, и я вот в этом плане очень рад за парней, что они там реально собирают, они там реально, ну, типа, блин, тусят с крутыми чуваками, с Франзаком, там, с этим вторым, третьим. Вот, и их там реально любят, их там принимают. Причем, опять же, нет никакой вот этой отмены, что типа вот вы русские, наоборот. Как бы люди, ну, типа нормальные люди все на самом деле, все с умом, все понимают, что к чему. Вот, это такое чувство, что вот единственные люди, которые это не понимают, это в комментариях у них в паблике ВК. Но, в принципе, в комментариях паблики ВК как бы все об этом, да, само собой говорит. Вот, тем не менее. Вот, а так, конечно, Soul Road to Prevail. Не, красавчики, молодцы прям вообще. Супер, я доволен, и я доволен за парней, в первую очередь, что вот они реально вот добились и добиваются, опять же говорю, дальше, посмотрим, что дальше будет, когда они с Самирином еще уйдут, потому что на Самирине такое чувство, что они еще и в рамках каких-то, что они без рамок будут делать, хрен знает вообще, мне кажется, там такая пушкинция будет у них, но пока что и так, типа, все супер, так что я мега доволен. Ждем новых треков, ждем новых клипов, ждем альбом, или что у них там будет, не будет. И все, наверное, всем спасибо, кто посмотрит редакцию, ссылочка в описании, нравится, нравится, сами все знаете. Вот, больше мне нечего сказать, я реально забалдел. Я еще так думаю, блин, может быть, реально будет что-то такое, типа, а-ля, как у них было вот на последнем альбоме, ну, и типа, что-то такое, может, проходное, непроходное, сейчас что-нибудь, типа, выкатит ради того, чтобы было, да? Но нет, они выкатили пушку, так что прям красавчики. Так что все, наверное, я пойду и пока.